Саров может стать передовой лабораторией лучших социальных и муниципальных практик. Об этом заявили участники сессии стратегического планирования. В нашем городе есть все необходимое, чтобы к 2035 году достигнуть высоких показателей во всех областях. Будь то экономика или промышленность, социальная и духовная сферы, наука и образование, комфортная городская среда. Векторы развития по этим направлениям и нашли отражение в предложенных на финальном пленарном заседании проектах. Очень важно, что стратегия развития региона – это не только документ для правительства, для губернатора, муниципальных властей. Это документ, в котором найдут отражение пожеланий людей. Все, что связано с развитием их рабочих мест, с образованием их детей, здравоохранением, таким дружелюбным муниципалитетом, реализацией государственных функций на такой комфортной, что ли, основе для гражданина, все это должно стать предметом и развития здесь, в Сарове, ну и вообще в Нижегородской области, во всем регионе. В долгосрочной перспективе разработанная стратегия Сарова – это стартовый совместный проект Агентства стратегических инициатив и госкорпорации «Росатом». По итогам двухдневной сессии было подписано соглашение о сотрудничестве, главная цель которого – выработать определенные модели проектов роста, а после тиражировать их в других городах региона и страны. Теперь важно, вот, наверное, с учетом каких-то замечаний, предложение коллег сейчас доработать это уже в такой действительно амбициозный документ, амбициозный проект, который будет вдохновлять всех жителей Сарова, всех жителей Нижегородской области для реализации и достижения того результата. Самое главное – это качество жизни, это возможность здесь жителям, молодежи, детям реализоваться и профессионально, и духовно, и самое главное, чтобы захотелось сюда вернуться и здесь жить. Основные направления, которые охватывает стратегия, близки и понятны каждому и характерны для любого города области. Это доступные медицина и образование, создание удобной логистики для сообщения между городами, появление новых высокотехнологичных рабочих мест, развитие современного городского пространства. Все, что должно привести к хорошему социальному самочувствию горожан. Плюс к этому стратегия предусматривает разработку в Сарове специфических проектов, которые не могут быть реализованы в других муниципалитетах области. Это тот высочайший научно-технологический потенциал, о котором мы знаем, потому что для этого требуется такая современная база, которая здесь есть, такое количество профессиональных, высококвалифицированных кадров, которые здесь есть в городе Сарове и которые обеспечивают действительно прорывные задачи в целом в российском государстве, в российском научно-технологическом развитии, в промышленном развитии. Это специфика, поэтому им уделено, конечно же, основное внимание. Важнейший для Сарова проект развития – это создание центра, который объединит образовательный и научный потенциал страны для создания качественно новых продуктов и разработок. Обсуждение предложенных на сессии проектов еще продолжится, и многие из них должны найти отражение в итоговом варианте стратегии развития региона. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».